Про внутрішню політичну ситуацію в Ірані, його зв'язки з Москвою, санкції, вплив цих факторів на Україну. Ми далі поговоримо із Мухаммадом Фараджалахом. Це головний редактор інфопорталу «Україна» по-арабськи. Я вітаю вас, пане Мухаммаде. Я вас також. Доброго дня. Скажіть, от, як владний режим в Ірані ставиться до власних громадян, нам зрозуміло, судячи з реакції на протести, ми бачили це зараз в сюжеті. Але хіба іранську владу не хвилює те, як Іран презентує себе світові, коли отак жорстоко придушує виступи і співпрацює з Росією? Так, і ще раз добрий день. Тема дуже складна і неоднозначна. Тут потрібно розібрати дуже добре. К сожалению, только на фоне российской агрессии мы в Украине начали обратить внимание на Восток и изучать его досконально. Что касается Иран, его мнение по своим гражданам за это все время, когда он был под санкцией после исламской революции, очень сильно работал на серьезной массовой информационной машине пропаганды. Внутри страны очень давно справился с иниками слышимыми, очень давно уже придушил те, которые могут высказать ему «нет», и уже создал внутри такой-то, скажем так, закрытый оазис, который думает совсем по-другому. И чтобы привести реальный пример, это, скажем так, примерно как в Советском Союзе. Люди жили в СССР, были убеждены, что всех их завидуют, что тут самое лучшее, а в мире там хаос и беспорядки. Потом только после развала СССР люди поняли, что неправильно, что это не так. В Иране очень давно создана такая система и фильтрация, и проверка интернета, и ничего не просочится через сеть, пока это люди либо VPN не устанавливают, либо не увидят. Поэтому иранский режим, ему все равно, что о нем думают, ему все равно, что о нем говорят. Иранский режим очень давно, прошу прощения за формулировку, но это есть, справился или изучал западные лицемерие и западные двойные стандарты. И понял, с таким Западом можно играть. И он продолжает с ними играть. Поэтому, когда начал вопрос протеста, до сих пор мало кто понимает до конца. Казалось бы, вопрос на самом деле платок. Могли бы с ним справиться, да? Но это настолько, чтобы иранский режим показывает, что он готов даже идти на жестокие методы, и чтобы не допустить ни один проигрыш. То есть люди в демонстрациях не требуют пока свержения режима, всего лишь вопрос трошечки свободы. И тут режим демонстрирует, что он даже с этим не хочет и не может справиться, не может уступить. И это серьезный кулак, который нам напоминает сталинские времена. Потому что, поняли. А представьте, ему будет волновать мнение мира? Думаю, не совсем не волнует. Але, пане Мухаммаде, от зараз, здавалося б, коли Росія під санкціями, є саме та мить, коли Іран міг би, наприклад, змінити розклад сил на свою користь на нафтовому ринку, приміром. Але Тегеран замість цього обирає військове партнерство з Росією. Чому? От що Москва могла такого пообіцяти, на вашу думку, за це? Да. Ваш вопрос вполне логічний. Но логика Ирана отличается. Конечно, к сожалению, это был бы реальный шанс для иранского режима выйти из-под санкций, идти на встречу к Европе, так и, скажем так, действительно предложить свой товар. Мы говорим про энергоресурсов, которые мог уже наконец-то по-белому продавать Европе и уже выйти из орбиты тех, скажем так, изолированных государств, которые и быть в ряд нормальных стран. Но он это не делает. Почему? Во-первых, к сожалению, санкции, они были избирательные. Если мы изучаем санкции, которые были наложены на Иран при администрации там, с 2011 года и повторно время Трампа, они такие очень избирательные. То есть представьте, были санкции на иранский нефть, но исключили Китай, Индия, Турция, Южная Корея. Тогда какой может быть корость? Как это выглядит с этих санкций? Иран понял, может играть на разногласия между западных партнеров. Это первое. Второе. Иран его свои планы, свои, как может укрепиться на Ближнем Востоке. И диктаторские режимы легче друг друга договориться. Ирану нужно дальше продвигать свое видение господства над Сирией, над Ираком, в Йемен и так далее. И этот западный мир ему не позволит. Поэтому это не по пути для Ирана идти с западными
западным государством. А Путину все равно, он готов помочь Ирану чем угодно, и Иран будет восстановить именно панство, скажем так, и Персия. И это именно Иран не скрывает. Напоминаю, когда был ликвидирован один из генералов Ирана, когда уже с американцев, этот генерал еще рано утром написал смс главнокомандующим войсками американских в Ираке. Он написал: «Доброе утро, господин генерал, с вами говорит такой-такой-то, который управляет решением в Бейрут, Багдад, Дамаск и Сана». То есть они восхищаются, что они могут уже расширять. То есть, скажем так, амбиции имперские. Третий, думаю, интерес, поскольку уже санкции, которые Запад может наложить, они для Ирана уже не болючие, и тогда может получить от России больше, а именно право вето. Жаль, что до сих пор международное сообщество не сможет заставить, скажем так, международные государства, чтобы не использовали это, особенно когда идет вопрос про зверство, нарушение прав человека. А тут же мы наблюдаем, что Россия торгуется чем угодно. И Россия может вполне предложила Ирану, что она будет его прикрывать право вето, и тогда западные государства или любой альянс не может принимать никакого решения, если Россия наложит на него вето. То есть они прикрывают, представляет такой юридический щит для Ирана. И четвертый, думаю, важный момент. Россия могла предложить именно свои военные базы в Сирии. Россия уже разворачивает свои военные кампании в Сирии, поскольку свои войска не хватает в Украине. И Путин готов уступить любые последние успехи, которые он добивался в Сирии, в Нагорном Карабахе, в Азербайджане, в Ливии, где угодно он готов отдать, уступить, лишь бы не проиграть войну в Украине. Поэтому, возможно, он пообещал иранцам, что он выходит из этих военных баз, и он уступает кому их, именно иранскими войсками. Тут же Путин идет на ва-банк, и Иран для него это серьезный шанс, а Запад здесь момент, скажем так, пропустил и не предложил нечто взамен. Ну и, конечно, самое главное, иранский сегодняшняя система, иранский сегодняшний режим, он не сможет интегрироваться или работать с западными государствами, потому что если он будет интегрироваться, если он будет идти навстречу, он должен у себя дома интегрировать разные международные институции, как Human Watch Rights и другие. А это Ірану просто невыгодно. Пане Мухаммаде, я вам дуже дякую за такі докладні і досить цікаві пояснення. Я сподіваюся, ми з вами ще поговоримо в прямому ефірі, а поки що наш час, на жаль, закінчився. Це був Мухаммад Фараджалах, головний редактор інфопорталу «Україна по-арабськи».